Здорово, кореш! Чё, как? Не хочешь спросить, почему на мне шарф? Почему на тебе шарф? Рад, что ты спросил. Да ты сам попросил об этом. Именно. Это чё, за сос? Ну ты красавчик, расскажи, как это произошло. Ну, я пошел поклубиться прошлой ночью. Так. Значит, я захожу, осматриваюсь и встречаюсь взглядом с самой красивой, самой сногсшибательной девушкой, которую можно встретить. А, корешаря, красавчик. Ну, я подхожу к ней, и мы начинаем танцевать. Эй, расскажи, как вы танцевали. Нужно больше деталей, кореш. Ну, это такое танцевальное движение, когда она танцует с другим мужиком всю ночь, кореш. А как это связано с танцем с тобой? Ну, наши взгляды постоянно встречались. Так. И она то поворачивалась ко мне, то к нему, и показывала на меня, кореш. Я думаю, она хотела сказать, ты мне не нравишься, мне нравится он. Так, и потом что случилось? Ну, значит, я вернулся и подошел к ней, и такой, чё, как, крошка, давайте куплю выпить. Так, да? Ага. И угадай, что она сделала, кореш? Чё? Она вернулась к барной стойке и купила мне выпить. Базаришь, кореш? А, да. Так, ну и что дальше? Как она дала тебе выпить? Вот так. Ну, типа, отдала как одежду? Не-не-не, швырнула мне очень быстро, будто хотела, чтобы я побыстрее выпил, потому что она там была всю ночь и хотела, чтобы я побыстрее догнался, понимаешь, да? Ну и что же потом случилось, кореш? Ну, потом я схватил ее за руку, кореш, и начал с ней вот так вот танцевать. То есть ты с ней танцевал, а она танцевала с тем парнем? Да, и она потянулась в свою сумочку и вытащила такую штуку, кореш, похожую на пауэрбанк. Типа для телефона? Да, кореш, она приложила его к моей шее и стала передавать мне свою энергию прямо в меня, потому что, ну, знаешь, девчонкам нравятся все эти астромонологические штучки. Ага, не то слово, но продолжай. Она перешла сразу к делу и отдала мне всю свою энергию, кореш. А на что была похожа энергия? Это было больно? Конечно, это было больно. Знаешь, как говорят, любовь — это боль. Боль — это любовь. Mm-hmm. Это одно и то же. Потому что, когда она убрала, я упал, будто падаю в объятия любви. И в процессе она залезла ко мне в карман и вытащила мой кошелек и стала читать мой адрес. Стоп, этот адрес? Я закончу, кореш. Я, короче, падаю назад, и откуда ни возьмись, появляются два ангела и подхватывают меня. Ну и как же выглядели эти ангелы? Они выглядели как два таких здоровенных громилы в черных костюмах. И как их звали? Охрана и охрана, кореш. Ну, конечно. И что потом? Они подхватили меня и выкинули из клуба, как бы говоря, «Хорошо, давай, ступай домой, приготовься к свиданке с этой девчонкой». Ты правда так думаешь? Ясен, красен. У тебя, кстати, есть чем надухариться? Нет, чел, можно я скажу, что на самом деле произошло? Да, только давай в темпе. Я думаю, я знаю, Она уже сюда едет. Хорошо, смотри, я думаю, что ты зашел в клуб, увидел эту красавеллу, хотел с ней потанцевать, но у нее был мужик, поэтому она плеснула в тебя выпивкой, долбанула шокером, а потом охрана вышвырнула тебя из клуба. Я прав? Я тебя понял. Не думаю, что ты меня понял. Я тебя понял. Только потому, что тебе не достался лакомый кусочек, ты будешь придумывать истории. Ты там был вообще? Нет, я не был там. Так что это твое мнение. Хорошо. Вот так. Это полиция. Мы знаем, что ты там. Эй, кореш, я думаю, это она. Чел, это определенно голос мужика. Нет, дуреха, ей нравятся ролевые игры. Поднятыми руками! Хорошо, крошка, выхожу с поднятыми руками! У-ху! Не ходи, это не она! Надеюсь, у тебя есть наручники! Кореш, не ходи туда! Это не девчонка, не она! Да, это тот самый парень! Хватаем, хватаем его, парень! Не обнимай полицию, кореш! Они дают мне энергию, кажется, нет, это не энергия, это электрошокер! На землю! Чёрт, она хороша! Озвучено по версии «Время горячей озвучки». Ставим лайкосик, пожалуйста, комментосик. И до встречи в следующем эпизоде. Всем пока!